С вами маг-чародей Антон Чалей, и я решил сделать такую рубрику, как «Эпичные комментарии». Не знаю, что выйдет с этого в дальнейшем, но я думаю, что будет забавно. Первый комментарий. Ушел дро звездочка ить, через час приду, и чтобы стояло 50 лайков. Какой дерзкий Ихтиандр. Следующий коммент настолько эпичный, что я сделал целую постановку на него. Антон Чалей. Ты Антон Чалей. Я Антон Чалей. Антон Чалей, нет, ты Антон Чалей. Не, я Антон Чалей. Антон Чалей, ты супер Антон Чалей. Третий комментарий. Неплохая рыбалка. А? Причем этот комментарий к видео «Отпечаток души». Блин, чувак, ну как я его не смотрел, то там нету нигде рыбы. Может быть, это, конечно, переносный какой-то смысл. Я не знаю, где рыбалка, где там рыба. Хотя давайте пересмотрим еще один раз. Приблизим вот тут вот. Давайте еще ближе. Вот она! Четвертый комментарий. Ты бесстрашный бог Ютуба. Да, детка, я такой. Пятый комментарий. Какой же ты зайка. Все бы ничего, но немного напрягает такой комментарий от человека с ником Небритый Анонист. Шестой комментарий. Антон Чалей, давай в Майнкрафт. Давно не видела твоих видео с Майнкрафтом. Но я же ни разу не снимал Майнкрафт. Масоны вечно будут тебя преследовать. Тьфу, да я не верю в такие сказки. Восьмой комментарий. Играй, сука, не то отпишусь. Девятый комментарий. Хах, довольно-таки смешной летсклей. Летсклей, клей для богов. Антон Чалей рекомендует. В Беларуси все пришельцы. Ну нахер, нас раскусили. Одиннадцатый комментарий. Просто кек мозга. Доктор, что у меня? У вас кек мозга. Кек. Двенадцатый комментарий. Баранный Илья Разбейкин. Написал Илья Разбейкин. Я впервые вижу твой канал. Я скажу такую дискуссию. Да, это без монтажа, это красиво, это интересно. Мне почему-то кажется, что эти предметы создают лишь иллюзию. Настоящих фокусников не существует. Но спасибо за иллюзию, обман глаза, извини за такие, сова. Фокусники это не волшебники, они, понятно, создают фокусы, это не магия, это фокусы. Как не может существовать настоящих фокусников? 14-й комментарий. Это монтировка. Ну а если по секрету, то в моих видео нет ни одной монтировки. Да, и кстати, я открыл еще один канал, там будут публиковаться чисто фокусы. На этом канале не будут публиковаться чисто фокусы, но вообще фокусы. А вот на новом канале называется «Влог фокусника». Ссылка будет в описании. А на этом канале будет масса безудержного веселья. Или вот я подумал, что можно сделать эпичные комментарии с каких-то популярных видео. Прикиньте, там какой трэш вообще в комментариях происходит. Это, я думаю, будет весело. А сейчас... ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это геймлог, это игры. Magic Vlog снизу это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой такой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!